пропала некоторое время и вышла вот у нас релизная версия iOS 16.4.1. Я сейчас вам скажу раз и, надеюсь, последний раз вы посмотрите это видео и больше не будете задавать мне глупые вопросы, стоит ли обновляться, не стоит, вообще в целом про обновление. Добро пожаловать на канал PlayExpert, с вами Владимир. Каждая новая версия iOS, если вы на какой-то сидите определенной версии, там, допустим, на iOS 15.3.1, неважно, и выходит там iOS 16.4 какая-то или 16.4.1, стоит ли обновляться? Говорю, нет. Почему? Потому что вы можете потом потерять в производительности, в автономности, там качество камеры начнет и так далее, и так далее. Короче, все будет ухудшаться с каждым новым обновлением. Поэтому не следует этого делать. Если вы меня будете спрашивать, стоит ли там с 14, с 15 перепрыгивать на 16, я вам скажу нет. Вы можете только это сделать на свой страх и риск. По автономности у вас лучше не станет. Вот. Если вы уже сидите на данной актуальной версии, которую я вам там рассказываю, о 16, там, если вы на 16, 16.1, 16.2, 16.3 и хотите сюда перекатиться на эту версию, да, вы можете накатывать 16.4, но не 16.4.1, она чуть хуже по автономности. Если вы испытываете какие-то баги в системе iOS, да, вы можете накатить новую версию, именно эту же версию. Но перекидываться со старых на новую нету смысла, не вижу, потому что вы потеряете в автономности, в производительности и так далее, и так далее. Это будет ухудшать последующее устройство. И каждое новое обновление, которое я буду записывать и рассказывать о нем, если вы меня хоть раз в комментариях спросите, стоит ли обновляться, я всем буду отвечать, обновляйтесь и потом не обижайтесь. Потому что в каждом видео я вам рассказываю, как с автономностью и... Никогда я вам не советовал, чтобы вы с 14 или с 15 перепрыгивали на 16. Никогда. Поэтому обратите на это внимание, это очень важно. Не задавайте глупых вопросов, смотрите видео, я даю вам полезные советы. Потом, чтобы без обид. Вот так вот, друзья. Если у вас возникнут какие-то вопросы, конечно, задавайте, только не о том, что я вам только что сказал. А так, в принципе, все остальное приветствуется. Подписка, лайк, комментарий. Дальше больше. Скоро увидимся.